Сегодня я не один. У меня есть компания. Вот. Еще люди купаются. Это радует. В честь Святого Валентина решили еще искупаться. Пару ребят. Доброго времени суток. Сегодня 14 февраля 2019 года. Море сегодня очень гладкое, вообще трындец. Температура воздуха плюс 3, воды плюс 2. Сегодня день Святого Валентина. В этот день я хотел бы поздравить всех влюбленных. История этого праздника... Ну ладно, я сначала искупаюсь, а потом расскажу. Прекрасная погода сегодня. Ну что, готов? Пошел. Помчались. Днем Святого Валентина! Класс! Так, где мой полотенце? История этого праздника уходит во времена Клавдия, императора римского. Когда-то, в 269 году, у него были планы завоевать весь мир, и он решил, что его солдаты будут больше сражаться, более отчаянно и будут более эффективны, если они не будут иметь за спиной семью, жен, детей и так далее. И он запретил жениться и выходить замуж всем влюбленным. После чего... А Святой Валентин, он был на тот момент врачом и священником. Он им сочувствовал. И покровом ночи тайно венчал влюбленных. Когда власти об этом узнали, его бросили в темницу. Там он увидел прекрасную Юлю, это дочь его тюремщика, надзирателя. И влюбился в нее. Когда его казнили 14 января 269 года, февраля вернее, 14 февраля 269 года, ему отрубили голову. В кармане нашли письмо, смертную записку этой девушки, где он описывал всю свою любовь к ней. И подписался: «Твой Валентин». И вот спустя 200 лет, в 1400 там каком-то году, Папа Римский канонизировал Святого Валентина и объявил 14 февраля днем всех влюбленных. Вот с тех пор и повелось праздновать день Святого Валентина и дарить валентинки как признание в любви.
Я не знаю, кто-то верит в эти легенды или нет. Ведь это не доказанный исторический факт. Но... легенда – это добрая, и праздник – это добрый. И мне он нравится. Конечно, в нашу страну он пришел где-то в 90-е годы, уже после развала Союза. До этого мы не знали о таком празднике, что он вообще существует. Кстати, это водичка, чтобы смывать песок. Тепленькая. Всем может пригодиться. Очень удобно. Днем влюбленных, дорогие друзья, не забывайте говорить слова любви своим любимым, близким, родным, друзьям. Ведь какими бы сильными мы не были, а это нам так необходимо. Любите и будьте любимыми. С Днем Святого Валентина. Так сказал, что аж любить захотелось еще больше. Классно сегодня покупались. Аж любить еще больше захотелось. Ну все, я помчался. Удачи всем.